Здравствуйте. Здравствуйте. Нам бы начальника вашей колонии. А у нас не начальник, у нас заведующий. Это сюда. Пройдите, пожалуйста. Вот, поднимитесь по лестнице, а потом направо по коридору. Там еще направо и прямо-прямо. Там увидите. Спасибо. Только ноги, пожалуйста, вытрите. Пожалуйста. А ноги-то чистые. Часовым у нас в перерекание вступать нельзя. Были бы колонистом, тогда бы все понимали. А теперь щетками. Да-да, щетками. Я вижу, эти мальчики опять под арестом. Отбывают наказание. Посмотрите, что они делают ногами, чтобы не разучиться бегать. Это не мальчики. Это тигры и слоны вместе взяты. Их нужно заковать в цепи и посадить подальше от всего хрупкого. Я же чашки совсем не бил. Она стояла, а я ее хотел взять. Она распалась. Вы ко мне? Если вы, товарищ Макаренко, мы к вам. А это я. Прошу вас. Вычищайтесь отсюда все. И мы? И вы. Потом отсидите, сколько положено. Мы же очень спешили. Вот-вот, спешить надо спокойнее. Сейчас. Прошу вас. Садитесь. Я профессор Чернявин. Мне даже стыдно называть свою фамилию. Слышал о вас, читал. Чем могу быть полезен? Вот пришел к вам с Игорем, сын, единственный. И вообще больше никого нет. Мать умерла. Полная катастрофа, дорогой Антон Семенович. Ни в чем я ему, конечно, не отказывал. Жил он в прекрасной обстановке, среди культурных людей. Но отбился от рук. Дико. Дико мне смотреть на сына. Ведь он бы мог с его способностями. Говори ты, Игорь, что ты скажешь сам? Я лишил его права сидеть со мной за одним столом. Я обязан был это сделать. Фу, голодом его, конечно, не морил. Давал деньги на ресторан. А я, представьте, думал, что он осознает. Попросит прощения. Но, увы, его смущало другое. Мало денег. И он стал сам их брать. Позорно таскал из моего стола. И где только он этому учился? Опять завел шарманку. Вот, вот. Я обращаюсь к вам, как к последнему чудотворному средству. Больше нет никаких надежд. Ведь он сутками пропадает, не ночует дома. Ты хочешь в колонию? А в школу хочешь? Ты в обиде на отца. А при чем тут я? Выйди. Посиди там на диване. Не беспокойтесь, профессор, он никуда не уйдет. Да-да. Скажите мне, Антон Семенович, почему я потерял сына? Как это случилось? О, это для меня старый спор с премудрой педагогией. Когда вся забота воспитателя направлена на отдельную личность, а личность эта живет вне интересов, устремленного к цели коллектива, вот тогда может получиться, как с вашим сыном. И личность есть, и характер, и воля. А человека настоящего нет. Верните мне сына. Я понимаю вас, профессор.
Попробуем. Наверное, вот такой? Здорово. Миледи, вы подаете надежды. Только надежды? Звезда экрана. Ну, оставайся здесь, Игорь. Может, тебе понравится. Без меня меня женили. Но ты же сам уклонился от участия в разговоре. Ладно, пусть по-вашему. Ну, будь здоров. Буду. Входи. А мы? И вы. Итак, Игорь Чернявин, садись. В школу ходишь? Я окончил 7 классов. Так мало? Мало? 7 классов это мало? Но есть 8-й, 9-й. С меня хватит и 7. Так, а Днепрострой это что? Знаешь? Днепрострой? Да. Это станция. Какая станция? Ну, станция, а там мост. Тихо, тихо. Виноват. Там, кажется, нет моста. То есть нет станции. Стыдно. Просто стыдно. Казалось бы, культурный человек. Окончил 7 классов. Говорит такие глупости. Я позабыл. Как раз это. Позабыл Днепрострой. Потом ты сказал, что 7 классов это все, и покончил с учебой. Тоже не блещет остроумием. Я в том смысле... Вот смысла-то как раз и мало. Такое количество смысла меня не устраивает, понимаешь? Смысла действительно не так много. Вот это уже лучше. Гораздо умнее сказано. Ну, а товарищ, ты хороший или так себе? Хороший ли я товарищ? Да. Ну, товарищ, я, кажется, неплохой. Нет, знаешь, ты совсем не глупый человек. Это приятно. Но только немножко зубоскал, да? Немного есть. Великолепно. Если в меру, даже весело. Потом. Потом ты будешь представлен в бригаду, и бригадир про каждого скажет всю правду. Мне? Тебе. А потом я про себя всю правду. Такой моды у нас нет. Новеньких мы узнаем сами, после. А то ведь может набрехать. Мерси. Да нет, я не про тебя. Ты пойми, новенький еще не колонист, воспитанник. Добьется доверия, другое дело, получает право голоса. Нужен мне этот голос. Очень. Оу! Это еще что за номер? А мы знакомы. Уже час. Я вижу, ты Дон Жуан. Час и уже знакомы. Понравилась. Очень симпатичная девочка. Только имей в виду, на Оксанку не заглядывайся. И вообще это у нас не в моде. Понял? Ох, что-то мне ваше царство государство и все эти моды. Все так думают. Поначалу. Ты смотри. Молодец, бегунок, точно. Сигнал на ужин. Ты посиди, я сейчас. А как чисто бывает, соображаешь? Молодчага, Володька! Уж больно фасона много у них. Отец тоже хороший. Был с рук и будь здоров. Чернявин!
Санчо, ты не видел здесь новенького? Значит, ушел. Все обыскал. Ушел. Вот и надейся на вас. А куда ушел? Как ты думаешь, к отцу или на улицу? К отцу? Вот тут и оно. А у тебя патент есть? Давай, Руб, а то Мильтона позову. Извините, милорд, Мильтона звать не советую. Ясно? Давай, не стесняйся. А у вас здесь копейки есть? Слушай, я не люблю, когда между мной и солнцем кто-то есть. И к тому же очень непрозрачно. Видали мы таких фраеров. Может быть, вы не знаете, что перед вами Игорь Черногорский? Только по секрету. Денег нет. Ни гроша. Нету? Нет. А ты попробуй без денег. Здорово получается. А вот возьму и попробую. Ты чей? Сам свой. Ну, отец, мать. Мать умерла, а отчим женился. Уехали они, бросили меня. Хотел в колонию, не беру. Говорят, не беспризорный. А ты не грусти. Если в колонию, от я мигом. В Первомайску самое лучшее. А вы что, оттуда? Или знакомые? Сам заведующий лично. Ух, правда? Считай себя уже в колонии. Понял? Ну. Вон видишь, дом. Там всегда есть лишние деньги. Но как их получить? Небольшой операцион. И деньги ваши будут наши. Ты ж как в сберкассе. Не понимаю. Для Харьковского, для трактора. А магнитка? Вон их эшелон тоже стоит на запасном пути. Ничего не могу. Получай, труженик, червонец за то, что выручил в трудную минуту. Бери, бери, ну. А теперь что, легкая минута? Получка? Добрая бабушка прислала 100 рублей. Что хотите, то купите. Я его знать не знаю. А сам ушел. Ну вот видишь, пусти. Молчи ты. Ну а с этим чего, а? Да отпусти, чего держать, видишь? Кошелек-то нашли. Ну и жизнь. Веселая, правда? Чуть не прикончили. Пойдем-ка, Ваня, отсюда. Что-нибудь подзакуснем, а? Надо ж подкрепить ослабевшие силы. У вас есть ложечки? Какие у меня ложечки? Серебряные.
кушайте. Кушайте вкусно. Кушайте. Как вас зовут? Ванда. Ванда? А куда едете? Поедем с нами, Ванда. Харьков. Юр может Первомайскую устроить. Колонию. Колонию? Это не по мне. Пижон, из-за тебя чуть нас не ухлопали. Ну? Вот те ну. Досталось бы тебе тогда. От кого ж досталось бы, если вас прижали? От кого? От Ванды. От Ванды. Ванда, Ванда, Вандочка. Надоел ты мне, рыжик. Ванда! Миледи, я прошу вас остаться. А ну, мотай отсюда. Сеньорит, он испарился. Поедем, Ванда. Сейчас в поезд. Сядем в купе. Там все обсудим. Купе. Здорово, симпатично, а? Красивая. Чумчара, чурара, вы туда, а я сюда. У-ху. А-ха. Здрасте. Каким поездом вы прибыли, милорд? Ехал, сударь, на борже. За боржою лодочка, а в той лодочке лежит чудная девчоночка. Ухи лопа. Мандельский. Ну, а куда ты ее потащил? Зачем? Не твое дело. Но этого шкета в колонию. А ее? Ей же колония не подходит. Ей там скучно. И неправда, там весело. Не все работают. Ты, пацан, замри, пока в рожу не схватил. В рожу? Нет, только с моего письменного разрешения. А вот сейчас посмотрим, как и без разрешения. Паники. Простой прием бокса. Рыжикову захотелось на спальное место. Чего скалишься? На тебя он заступаться не будет. А вот может и будет. Имей в виду, в этом купе никого пальцем не тронешь. Да ты знаешь. Кто она? Ты думаешь, она барышня? Тьфу. Жаба. Жаба ты гадкая. Советую на курьерский в обратном направлении. Уже подъезжай. Приехали, приехали уже. Кто из вас Чернявин Игорь? Игорь Черногорский? Ну? Молодцы. Быстро это у вас? Телеграф? А то 100 рублей по фальшивой доверенности не шутка. Но-но. Да нет. А где Ванда? Вот была, а теперь нету. Вот беда. Хороший ты человек, Вань. Жалко с тобой расставаться. Ну, пошли. Я с тобой, Игорь. Нельзя, Вань. Я вот именем закона. А ты иди в Первомайскую. Возьмите меня в колонию. Захотел. Приводы есть? Ну, тогда рано тебе еще. Таких не берем. Брось тоску играть.
Он же тебе все натрепал про колонию, а ты поверил. Пошли. Со мной не пропадешь. Садитесь и успокойтесь. Нет, мне здесь сидеть нельзя. А я-то думал, старый дурак, привел к вам сына. Искать. А где же его теперь искать? Алексей Петрович, я отвечаю за вашего сына. И поверьте мне, он не потерян. Круто придется ему сейчас на улице, не печальтесь. Он ведь у вас не только с воображением, но с большим соображением. Поймет, где мед, а где горчица. Нет, я буду его искать. Кому я доверил? Искать, искать. И я всем заявлю, пусть знают, что он ушел от вас. Вот малина, Вань! Люк с первого класса. Красотки, красотки, красотки. Хабарем, ложись, Вань, как в пухпере до самого утра. Спи, похрапывай. Бачу не хлопцы, это да. Правильно. Ох, и настебают же нашего брата. Вот это облава. С музыкой. Просто Володька с трубой носится. Можно подумать, в самом деле, пора доле. Оле, не оле, а шпана у них форменная. Нам бы такую форму. И на волю. Эх, братики, скоро зима. А меха у нас канадские. Телогреечки, боярские. Хлопцы, слушай мою команду. Вдоль состава за мной. Шагом. А! Не отставай. А ну прыгай. А раньше. Ни раньше, ни позже. Эй! Антон Семенович, Гурьевского сняли всех. 27 человек. Ого. Куда ж денешь? Взялись за гуш. Вводите в строй. Не верится.
Ну, не плачь. Пойдем. Антон Семенович, а еще и дежурки-стрелки приготовили. Полундра! Здравствуйте, хлопцы. Привет! Здравствуйте, Антон Семенович. О, Игорь Чернявин. Ну, с тобой будет особый разговор. Потом. А я, Антон Семенович, колонию не могу. Грехов много. Брось ломаться. Ангелом мы тебя не считали. А человеком стать ты можешь. И запомни одно. Пришел в колонию, значит, все прежние грехи по боку. А он ушел. Почему? Сам не знает. Упорхнул. А куда? Куда? Вот что, хлопцы. О чем речь, вы знаете. И никакой агитации. Хотите быть такими, как они? Пожалуйста, собирайтесь, становитесь в строй и пойдем. Не пойду! Иди! Пусти, все равно не пойду. Пусти, ходит здесь вокруг. Где советская власть? Где советская власть? Я советская власть. Я советская власть. Тогда чего он тащит? А тащить действительно не надо. Можешь идти. Будь свободен. Пожалуйста. И пойду. Ванда. Игорь. Зачем так волноваться? Колонию? Ох, это я еще подумаю. Опять кривляешься? Ну? Хорошая девушка. Скажите. Ого! Нравится? Нравится. И мне тоже. И все мы будем рады такой колонистке. Но умолять, упрашивать, ради бога, будьте нашей подругой, не будем. Не будем? Не будем? Не будем. Не будем. А вот так. Согласны? Дай руку. Воленька, поговори. Ванда, ты нам поверь и пойдем в колонию. Увидишь, как у нас. Ведь мы тебе верим. И давай дружить. С тобой? Со всеми и со мной. Знаю я вашу дружбу. Хватит. Ванда, я предлагаю тебе настоящую дружбу. Ванда! Возьмите ее в колонию. У нее приводы есть. Ей-богу, есть. Ваня. Ива. Добрая душа. Антон Семенович, я вас очень прошу, вот его в колонию. Хорошо. Хорошо. И вот что. Ванда одна не решается. Но если она пойдет, то и я с ней. Если можно, Антон Семенович. Можно. Автобиографии. Жизнь начинается снова. Подумай только, 40 новеньких. Я только делаю. А вот это наша биография. Это будет твоя постель. Возле окна хорошо. Только до сна на постель нельзя. Это я, чтоб ты знала. Ой, девочки, у нее волосы. Роскошь. Только причесать. Так. Сейчас. Смотри, ну-ка, пятка, глаза. Давай. Ты у нас самая хорошенькая будешь, ей-богу. Ну вот еще. А ведь ты рассказывала, он ей в ножки поклонился. Ну, батки, мальчик. Как хорошо. Затем другое дело. Ну, вздыхать-то у нас разучишься. Почему? А вздохи при луне ведь тоже бывают. Thank you.
Давай, Чернявин. Что с ним? Вот погиб, знаю. Давно ж сигнал был. Тебе шеф объяснил вечером? Объяснил. Да я не разобрал. И вообще это малосущественно, сеньор. Что ты мелешь? Малосущественно, сеньор. Вставай сейчас, поверка. Будет. Тоже малосущественно. Я здесь. Товарищ бригадир, уборка закончена. Везде. А вот если я тебя сейчас поясом протяну? Это будет существенно, но незаконно. Поверка идет. Товарищ дежурный бригадир, в 8-й бригаде все благополучно. Спит Игорь Чернявин. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Может, болен, а? Вот. Да нет, он еще сырой. Игорь! Пусть потом покажется доктору. Ты что же меня подводишь? Своего шефа. Теперь мы к завтраку опоздали. Смотри, уже все ушли. Тут похуже. Завтрак, невидаль какая. С этой девчонкой я познакомился еще тогда. И вот тебе на, в таком неглиже. В чем? Да ни в чем. В том-то и дело, что ни в чем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вставай. Брод. Ну, неужели ты думаешь, что меня можно купить всем этим вашим фасоном? Шум, звон, набежала стража в раз со всех сторон. Не тут-то было. Ты вот что, друг. У нас умных много. Ты не один. Говори прямо. Хочешь жить у нас в колонии или подашься на волю? Ого. Вот это слова не мальчика, но мужа. Там видно будет. Разумел? А сейчас все же надо закусить. Хлопцы. О! А ну, встань. Встань. Место Игорю. Выспался? Ясно. Хорошо. Вы меня, кажется, будили, миледи. А почему ты, Чернявин, прикидываешься? Такой большой, а ведешь себя как ребенок. Но, сеньорита. Никаких сеньорит. А зачем ты в столовой? Завтрак окончен. Значит, вы меня лишаете завтрака? Это же малосущественно. Оставлять без завтрака запрещено. Это мне хорошо известно. А ты напиши на нее жалобу. Верно. О. Здравствуй, Игорь. Ну, как ты себя чувствуешь? Великолепно. Вот потеха. Шуточки. Вот что будет, если Ксана продежурит неделю. А на себя Чернявин похож. Это вот для кого. А я вижу, давно вижу. Не кормите меня кашей. Буду сыт улыбкой вашей. Оксана, Чернявину нужно кашу в постель подавать. Урок. Чернявин. Во-первых, доска должна быть чистой. Скоро урок. Во-вторых, вспомни наш разговор о донжуанстве. В-третьих, Санчо, после урока в
Возьмешь его с собой в сборочный. Здравствуйте. 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 Черняев. Черняев. Во какая стала. В руки приятно взять. Действуй. Черт. Не хочешь? Не хочу. Ерунда какая. Ершистый какой. Думаешь, какие-то колонисты взялись на мою голову? Поживу у них 4 дня и уйду. А если ты у нас 4 года проживешь? Ну и что? А тогда как же? Сегодня ты здесь не хочешь, завтра в Литейной не захочешь, потом скажешь, не хочу быть токарем, хочу быть доктором. А что, доктором нельзя? Можно, только уметь надо. Вон мы сколько колонистов в вузы посылаем, стипендию даем. А тебя мы, может быть, еще и раньше выгоним, если ты с нашими порядками не считаешься и шефа подводишь. Ха, испугался до смерти. Не захочу и не буду работать. Ну, чего стал? Чего стал? Так не научишься. Иди к шефу. Какие-то распили, проножки. Не буду эту ерунду учить. Да, как задается. Нужны мне эти проножки, сороконожки. Видал? Мы этим завод строим. Этим? Завод. Ха! Нашел дурня. Ты смотри. 10 копеек штука. 140 норма. Вот помножь. До нас полста. В цеху. Смотри. А литейный, а механический. Девочки на швейных машинах. Петля? 3 копейки. Вот и получается, строим. Видишь? Инженеров наняли и строим. Это вы наняли? Мы. А кто же? Ха, потеха. Сам ты смешной. Думаешь, какие-то там бывшие беспризорники и завод строят. А вот увидишь, построим и сами научимся. И без всяких фигелей-мигелей, как станем к станочкам, будь здоров. Мелешь. Я? Ты. Да-да-да-да-да. И вот на эти заработки вы хотите, чтобы я достроил завод? Это мне нравится, я вас спрашиваю. Завод уже стоит, стоит. Это сделали мальчики и девочки, и никаких фигли-мигли. Допустим, мы построим завод. Да. И вот вся эта шати и братья станет к станкам, к вандерерам и шерлингам. Вы меня простите, Петр Петрович. Вы не знаете, что это за дети. Что это за мальчики? Это же не дети. Это черти. Вы не знаете, как они работают. Вся эта затея сомнительна. Вы меня простите, Петр Петрович, но я... Слыхал? Главный инженер сказал, сомнительно. А Блюм? Главное, Блюм. Проконожки? Не буду. Мне скучно, мне скучно, мне грустно. Непонятно, непонятно, отчего. Где-то счастье заблудилось, где-то счастье заблудилось, где-то счастье заблудилось, не найду его. Где-то счастье заблудилось, не найду его. А ведь если много и хорошо сделать, становится очень-очень весело. И совсем не скучно, да. Девочки, Ванда сколько сделала, смотрите! Все лучше и лучше у нее получается, и больше, чем у Нельки. Молодец, Ванда, смотрите, а мы не думали. Уходи. Нечего кривляться. Все понимаю, нарочно хвалите. За дурочку считаете, больше, чем у Нельки. А Нельке 12 годиков. Без пропуска в спальню днем куда? Да подожди ты, я за ней.
что случилось, Ванда? Тошно мне. Саночка, милая, не могу, тошно. Да ведь все мы с этих петель начинали. Вы с них начинали, а я петлей, кажется, кончил. Ванда! Теперь о поведении Чернявина. Отказался работать. Чернявин, выходи, встань посредине. Для чего? Нечем мне там. Будешь отвечать. Порядок у нас такой. Иди. А я к ответу готов. Готов языком трепать, а ведь руками делать ничего не умею. Тимофей, почему не спрашиваешь слова? Говори. А я уже все сказал. Кто хочет о Чернявине? Пусть объяснит. Собственно, я не понимаю, милорд, ведь я не собираюсь столярничать. И меня эти проножки не интересуют. С какой стати? Дай слово. Ну, черт его знает, сколько еще таких вот Борчуков к нам пожалует. Придет, его, конечно, отмоют, оденут, а он тебе сразу не собираюсь, не интересует. С какой стати? Но с какой же стати нам тогда с ним панькаться? Содрать костюм и за ворота. Вот. Голову? Зачем? Пиджак сошьем. Вот. Видали какой? Милорд. Не перебивай. Возьмешь потом слово. Да стоит он, чтобы еще слово брать. Мы работаем. Себя содержим и другим пользу даем. А лодыри нам зачем? Кормить, указать дорогу и все. Да выгонять нельзя. Вы же знаете, пропадет. А тогда что с ним делать? Банку со спиртом и на показ! Выйди! Выйди! Немедленно выйди! Андрей! Ваня Гальченко хочет сказать? Говори. И он очень хороший, только у него нет привычки работать. А я привык и не дают, маленькие говорят. Давайте я все за него буду делать. Может, потом он увидит и захочет. Ну вот, есть предложение. Ваня Гальченко. Давайте так и постановим. За Игоря Чернявина будет работать Ваня Гальченко. И учиться, и специальность получать, и в инженер выходить. За Игоря будет тоже Ваня Гальченко. Правильно! Точно! Что? Вы что-то все за меня думаете. Давайте я сам. У самого у тебя не очень выходит. Куда ему? Молока же ел. Ему грешнивость молочком. Для смазки извини. Маша, лучше думал. Да вы посмотрите на него. Ему пацан такое говорит, а он еще думать будет. Стойте, стойте. Сейчас Ваня опять скажет. Давай, Ваня Гальченко. Я же серьезно, а вы... Шутите? Это называется горячая обработка металла. Да не согласен я так! Не согласен! Ну вот, к чертям! Буду работать! Жалко мне Чернявина. Зачем ему-то? Иначе нельзя. Он сам виноват. Это если чего... И меня так? Да то если чего? А так ничего. Ты же в цех вернулась. Последняя оперативная сводка говорила о новых победах колонистов. Своим словом, смехом, настойчивостью они пронизывают каждый участок работ. Вот уже водружены красные флаги на башнях завода. С особым рвением колонисты приступили к разрушению ветхих стен стадиона. Полундра! Володька, мы стадион разбирать! Ты сюда потом! Эй, хлопцы! Стой, давай! Ух ты! Сейчас завалим! А мы? Ничего! Прекратить!
Фу, ну вот, а вы говорили. Да мы с ним 2 дня возились. Я вас спрашиваю, что это за способ? Как это называется? Энтузиазм. Комсомольский. Антон Семенович, мы не можем заниматься экспериментами. Вот хорошо, Петр Петрович, и вы здесь. Завод необходимо передать Техпрому. Энтузиазм – дело хорошее. Энтузиазм комсомольский сейчас видел. Нельзя так, товарищи. Нельзя. Вот, вот видите. Неужели вы серьезно думаете, товарищ Макай, что ваши мальчики, беспризорные мальчики, справятся с таким делом? Эти мальчики и девочки заработали 500 тысяч. Вложили в завод. Создали это дело. А теперь отнять? Нет. Нет и нет. Напрасно, товарищ Макарин. Напрасно вы убираете. Напрасно. Завод! Алешка! Завод отнимают! Антон злой! Вот! Вот оно что! Строили, строили, а теперь у вас отнимают. У вас? А у тебя? У меня. У меня бы не отняли. Ух, хлопцы. Итак, вы хотите отнять будете и радость, омрачить весь коллектив, разрушить ясную логику и жизни, и хотите, чтобы я с этим согласился? При всей моей сантиментальности никак не могу, вопреки интересам государства, сделать завод игрушкой для детей. Куклы, лошадки, конструктор, я понимаю. Но завод, извините, товарищ Макаренко. Завод наш! Завод наш! Завод наш! Завод наш! Вот вам хваленная дисциплина. Когда в доме пожар, то все люди бросают дела и начинают тушить. Одну минуту. Не отдадим! Не отдадим! Не отдадим! Вы мне верите? Тогда по местам. Быстро. Ну вот, пожар потушен? Да. Не нашел. Нигде не нашел. Не та виска. Это вам знакомо? Вернулся. Особое сообщение. Привезли станки. Товарищи, порядку! Thank you.
никак тебя одну не встретишь. Я назначаю тебе свидание. Вот. Завтра вечером. Это мы еще посмотрим. Понимаешь? Да. Все парочками так и шныряют. Ну и что? Может, влюблены? Видали? Влюблены. Это и я тоже влюблю. И каждому захочет. Ого! Всю колонию взорву. Чем? Преувеличивай. Смотрите. Как ты можешь так обижать девушку? Наоборот. Видал? А еще колонист. Почтил. Ей рафак надо кончать. А этот принц.
целовать ее будет. Уходи из колонии, там влюбляйся. Чего ты взял? А чего ж ты тогда лезешь? Ну хорошо. А если, допустим, влюблен? Ага. Ну вот теперь только попробуй, подойди к ней. А что, нельзя? Не смей. А кому можно? Ко мне. Ну это меня мало устраивает. Влюблен. Вот увидим. Ну это тебе лично, от Антона Семеновича. Понял? Товарищ Чернявин, прошу тебя завтра вечером после сигнала спать и тихо мне поговорить. Макаренко. Ну, Чернявин, я к тебе вдоль не иду. Тихо! Здесь, а? Ничего. Понимаешь? Взял эту девчонку, Ксанку. Поцеловал. А теперь Антон вызывает. Ясно. Не пойду. Все равно уйду из колонии. Да не уйдешь. Антон знает. Не стал бы он тебе и посылать этой записки, если бы ты мог уйти. Слушай, когда пойдешь, скажи мне. Я тебя провожу до дверей, для бодрости. Товарищ Дневальный, пропустишь новенького, и пусть он подождет, пока придет дежурный. Я, товарищ секретарь. Эх, вы! Хо! Я тут надраю. Богато живет. А ты что, край сюда приполз? А что, стрелять будешь? Ладно. Рассказывай, как здесь живет. На, курни. А здесь курить нельзя. Ты что, хулиганишь? Здесь нельзя, тебе говорю. Брось трепаться. Тоже начальство разыгрывает. А вот увидим, кто здесь начальство, когда на середину поставлю. Плевал я на твою середину. Вытри! Сейчас же вытри! Закройся, щеня! Стой, не с места! Этот гад в колонии? Да я его пусть на земле хорош! Чернявин в порядку! Прикидывается здесь тоже. В колонии старые счеты сводить нельзя, не знаешь? А слушай, Чернявин, мы ведь тебя не спрашивали тогда, где ты пропадал 3 месяца. Ладно, если сводить старых счетов. Но вы еще узнаете, кто такой Рыжиков. Дай объяснение. Почему ты не подчинился Дневальному и оскорбил его? Нате, да кто его трогал? Ничего и не было. Не было! Слушай, одного обмануть можно, а всех никогда. Хорош, еще и брехун. За ворота бы его сразу. Хватит? Обрадовались. Он ведь только что пришел. Наших порядков не знает. Жди, дежурный сейчас будет. Через год покажешь, каким он был. Мы приехали сюда работать с вами навсегда. Профбилеты нам в лету бежала. На видокурила. Ну,
Я больше в колонии не останусь. Это почему? Не могу. Ничего, Оксанка, это ничего. Что с тобой приключилось, Ванда? Рассказывай. Ничего. А ну-ка, посмотри мне в глаза. Ну? В чем дело? Я, Антон Семенович, все равно в колонии я останусь. И так легко тебе расстаться с этой новой жизнью, с товарищем. А куда пойдешь? Из-за чего? Ну, пойдем сядем на скамейку. Уйду, все равно уйду. Ванда. Пойми, ведь я тебе самого лучшего добра и счастья желаю. Ну, как же мне помочь тебе, если ты не хочешь рассказать всей правды? Ну? Ведь это стыдное. А вы никому не скажете? Такое, что и сказать нельзя. Тогда согласен. Помолчи. Тут один меня знает, прошлую жизнь. Он 100 раз скажет. И это все? Милая ты моя колонисточка. Встань и успокойся. Ничего никому про тебя не скажет. Ну, цепляйся. Я тут придумал кое-что. Про меня? Про тебя. А что? У тебя там с рукоделием что-то не ладится. Вот я и подумал, не сделать ли тебя контролером в новом механическом? Будешь над 7 мальчиками командовать. Первая девушка в цеху. Хочешь? Хочу. Вот так и сделаю. Беги. Беги, беги. Рыжиков. А еще Чернявин и Ваня Гальченко. Игорь и Ваня, люди у нас уже известные. Они колонисты. А ты пока воспитанник. Поэтому запомни следующее. У нас в колонии такое правило. О прошлом никакой болтовни. Мы живем настоящим и будущим. Я тебе советую запомнить это. Ванда о прошлом уже забыла, а тебя увидела, вспомнила. Тяжелое было прошлое, не сладкое. Поэтому не стоит об этом напоминать. Понял? А зачем мне? Даже если зачем, забудь и не болтай. Я на тебя надеюсь. И на вас тоже. Все. Слушай, то, что сказал Антон, одно, а ты запиши другое. Слово сболтнешь, привяжу камень на шею и утоплю в пруду. Понял? Вы еще здесь? Иди, иди, Ваня. Антон Семенович. Вот.
Я все понимаю, почему это. Тут написано «после сигнала ко сну». А нельзя ли сейчас? Потому что... Простите, долго очень. Тебе удобнее сейчас, а мне потом. Но раз уже ты все понимаешь, скажи, что собираешься делать? Я буду говорить. Буду просить, чтобы она меня простила, Оксана. Потом вам доложить? Нет. Я и так знаю, что ты сделаешь правильно. За Игоря я спокоен. А как Ванда, она еще не верит в силу коллектива. А я каждый день убеждаюсь в том, что воспитатель не в силах сделать то, что может совершить хорошо организованный, гордый детский коллектив. Верно? Я потом все проверю. В этом ряду у нас зубофрезерные станки. Ой, эту колонистку стоит заснять. У нее интересная биография. У Ванды Стадницкой? Я из газеты «Вести». Сделать умное лицо? Улыбнуться? Вы угадали. Нашел, кого снимать. Биография. Хлопцы. Простите, можно взглянуть? Это у вас последняя модель. Допустим. Одну минуточку. А теперь автобиографию. Допустим. А вы нам дадите лейку на один вечер. Нам нужно сверить с Фэдом. Кое-что посмотреть. Это тебе лично? Да нет, не мне, всей колонии. Так. Ну, а ты все-таки расскажи о себе. Только честно. Честно? Отец у меня был вице-губернатором в Иркутске. Я бежал из дому, попал в шайку. Ну, вы, конечно, слышали о Черногорском, Игорь. Это я. Ну, потом я совершил два побега. Один остановил поезд. Сам. Ну, всякое бывало. А теперь бригадир оптиков. Да, это увлекательная история. Ну, дадите. Знаешь, после того, что ты мне рассказал... Да нет, вы не сомневайтесь. Я уже давно перековался. Ну, правда, ребята? Ну, конечно, мы прощаем за это. Ну, ладно. Да, отверстия нет. Значит, они действительно проверяют другим способом. Ну, конечно. Я же говорил. Вот, индикатором. Тогда и перекоса не будет. Пожалуй, ты прав. Правильно. Пошли к Антону. Пошли. Вот так штука. Ты смотри. Это, наверное, да. Эй, да что не такое? Что случилось? Ребята! Точные механики добираются. Молодцы. Ну, а сейчас да будет свет. Внимание. Раз. Два. Два с половиной. Ура! Вот это надо уметь. Я знаю, это Антон Семенович со станции позвонил. Прям-таки позвонили.
Молодец, да, поздно. Андрей, Андрей. Ничего. Андрей, хлопцы, кто подменил лейку? Что за шутки? Ведь это наша, бракованная. Что за ерунда? Я ее с плеча не снимал. Глупые шутки. Кто это сделал? Ну, хлопцы, хватит. Говори, кто это сделал? Ну! Ведь это же позор. Позор для всей колонии. Украли. Не может быть. Андрей, может, ты перепутал в лаборатории? Из рук не выпускал. Тогда кто ж? Кто этот гад? Я последний выходил из лаборатории. Лейка все время была у меня. Да не валяй дурака, Андрей! Кто может на тебя подумать? Надо перевернуть всю колонию. Разрешите, Антон Семенович. Обыскивать запрещаю. Да и кого обыскивать? Всех! Всех обыскивать! Я знаю, чуть что скажут новенькие, чуть что Рыжиков. А ведь Лейка у него была. Прекрати, Рыжиков. Чернявин, вот теперь отдувайся. Антон Семенович, Чернявин не виноват. Лейка была у меня. Да не в том дело, Андрей. Ведь он мне доверил как колонисту. А теперь что я ему скажу, корреспондент? Давайте ему дадим наш ФЭ. Мы теперь будем делать хорошие. Ему понравится, честное слово, понравится. Чернявин, возьмешь у Варганова лучшую лейку. И отвезешь сам. Я напишу письмо. Здорово. Игорь, подожди. Я пойду с тобой. Ты? Вдвоем все-таки легче. Пойдем. Лейку украли, а самого Воленко не обыскали. Вот где собака зарыта. Где ты взял? Вот. В холодном доме. Где? Лиги Диккенс. Это уже не первая записка. Кто-то старается. Нехорошо. В бригаде у Воленко хлопцы тумбочки на замок закрывают. Уже друг другу не верят. И Воленко виноват. Распустил бригаду. Ну вот что, Бондарь, Андрею не надо. А я поговорю с Антоном Семеновичем. Антон Семенович, что-то перестало получаться в жизни. Тогда не грустить, а наоборот в драку. Если почувствовал у себя слабину. Скажи, Андрей, ты влюблен? А она дружит с другим. А откуда вы знаете? С вами такое бывало? Здесь у каждого по-своему. Но я бы никогда не допустил, чтобы меня терзала неразделенная любовь. Антон Семенович, я не слабый человек, но все нехорошо. Думаете, я не понимаю, какой я сейчас секретарь совета бригадиров? Есть такие, говорят, может быть, сам Воленко лейку взял. Не могу я остаться в колонии, Антон Семенович. Давно хотел вам сказать.
Вы не беспокойтесь. Я не пропаду. Я за тебя не беспокоюсь. Человек должен отвечать за себя, и ты умеешь. Но пойми, отпустить тебя одним своим решением я не могу. Ты комсомолец. Есть заявление. Прошу меня отпустить домой, так как моя мать больна и просит меня приехать. Воленко. Кто по этому поводу? Ты правда, Андрей? Из-за матери? Письмо. Пусть письмо покажет. Понимаешь? Нельзя. Бюро комсомола. А вы? Мы дежурные. Я уже сказал, ей очень плохо живется. Ну, а как же с учебой? Андрей, ты же перешел в 10 класс. Что ж, придется отложить. Письмо от матери пусть покажем. Вот. Письма показывать не буду. Прошу тебя, Оксана, голосуй. Хорошо. Я скажу. Если Воленко говорит, значит, нужно. Пусть едет. Надо его выпустить, как у нас полагается. Говорит, пусть едет, как самый заслуженный колонист. С полным приданием, костюм, белье и 500 рублей денег. Правильно. Ага, правильно. Ванда идет. Ванда, а мы не подслушиваем. Отпустили. Наша вам с кисточкой. Ты что здесь, получку проматываешь? Так. Купить кое-что для себя и для Оксаны. Для Оксаны? Для Оксаны пускай лучше Чернявин или Воленко покупают. Пойдем, погуляй. На воле. И тебе нравится в механическом? Нравится. Не бабское это дело. И с этой лейкой тоже ничего хорошего не получится. Вот твой Чернявин вляпался. До сих пор опомниться не может. Здорово их обвели. А кто обвел? Не твоего ума дело. У тебя же другое занятие есть. Да ты не сердись. Уже и пошутить нельзя. Ванда. Давай, зайдем. Вспомним старину. Замолчи ты, старину. Я думала, ты колонист, а ты урод. Что? Это ты все сделал с Лейкой, теперь я поняла. Гад несчастный. Кому это нужно? Ванде. Нам нужен, 5-й бригаде. Мне, понимаешь, Андрей? Мне. Хорошо. Ты напишешь? Напишу. Я ведь люблю тебя, Андрей. Только не так, как ты хочешь. Но ведь мы можем быть друзьями. Спасибо за правду. Пришлю.
откуда? А мы Андрея проводили. Где ты была? Уехал. Уже. Зачем вы его отпустили? Я знаю, мне все равно не поверят. Это Рыжиков во всем виноват, понимаешь? И у тебя есть доказательства. Я окна постерегу. И где он только берет такое первосортное масло? Где? Ты что, Рыжикова не знаешь? Он все может достать. Знаешь, как он хитрый. Ворюги. Это мы ворюги? Сам ты вор! Вот, у тебя в шкафчике нашли! Держи, Саня! Хлопцы! На помощь! Держи! Хлопцы! Он вор! Вот, а ты меня целейте! Он у него был, а он украл! Что? Ну? А что? А что? Ах ты ж гад! Я отдам лейку. Она старая потянула. Я исправлюсь. Я, ей-богу, исправлюсь. Ты меня уже разжалобил. Видишь, слезы на глазах. Мразь. Красную повязку опозорил. Выгнать его из колонны! Давно пора! Ладно! Хватит! Надо Андрею написать. Вернуть его в колонию. Пошли к Антону. Ну! Наконец-то прояснилась эта злополучная история с кражей. Но наша повесть не была бы полной, если бы мы не рассказали о том, как вернулся в колонию Воленко, как встретили его друзья. Ура, тогда купила, когда узнала, что ты уходишь. Спасибо. Спасибо. Андрей! Игорь, Оксана! Вот тебе моя рука! И моя! К концу подходит эта маленькая история скромной колонии имени 1 мая.
А жизнь продолжается. Продолжается борьба. Продолжается радость, уже отвоеванная в жизни. И продолжается любовь.